Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение.